Всем привет! Я сейчас хочу ответить на вопрос, который задала Дильшат. Нелли, привет! У меня вопрос. Подскажи, пожалуйста, по моей маме делали операцию лазерную мини, и она говорит пару дней в очках темных пока ходит. И говорила, что ранее проверяли на онко, и его нет, как поняла, но в зоне риска. И может, поэтому делали операцию лазерную, точно не знаю. Больно было, говорит. Ранее у нее геморрой был. Однако, по-женски могло быть на матку или яичники. Спрашиваю маму, не говорить сейчас. Разрешение спросила у мамы задать тебе вопрос. Что поможет маме выздороветь? Так, я сейчас тезисно накидала по психосоматике, и, конечно же, наша психосоматика, она первична, и она влияет на наше поведение, и пищевое поведение, и в действиях любых, вот как мы относимся к этой жизни, как мы живем, какие решения принимаем. Поэтому я хочу с двух сторон дать ответ, чтобы и питание поменяли, да, что именно в нем нужно будет поменять, и по психосоматике. Так, и по поводу онко, хочу сказать, получается, запоры и по-женски. Вот сейчас тезисно по запорам. Накидала. Запоры. Постоянно какая-то спешка. Нужно осознать, что единственное место, где нужно быть вами, это быть здесь сейчас. Это не только то, что мы не можем никак распрощаться с прошлым. Это не только, что мы за что-то держимся и не можем отпустить. Это может быть и материальное, и нематериальное, различные чувства, за которые мы держимся. Держимся там за страхи, там, за старую работу или, может быть, за какие-то старые действия. Но это также постоянная спешка все успеть. И вот это вот чувство, которое вызывает, что вот надо доделать дела, вот надо вот это вот доделать, вот надо вот это решить, надо вот это... Они провоцируют запоры. То есть тело постоянно находится в стрессе. И вот ей нужно отпустить вот эти мысли в первую очередь. Часто конфликты бывают с внешним миром, от внутренней борьбы с самим собой, что вызывает частое напряжение. Не хватает отдыха маме. Ей нужно научиться отдыхать, где бы она ни была. То есть даже делая какие-то действия, даже работая, ей нужно расслабляться. Расслабляться не обязательно телом, имеется в виду отдыхать, лечь и лежать. Здесь имеется в виду, что ей... Надо тотально погружаться в моменте, в то, что она делает, да, и не думать о каких-то там других вещах. Вот она сидит, пьет чай, и она должна себе сказать, так, вот сейчас я наслаждаюсь чаем, да, а там о работе, о делах, о каких-то там целях или планах, которые постоянно кручу, там, что-то доделать, сделать, там, кредиты отдать или еще что-то. Я подумаю потом, сейчас я просто хочу насладиться чаем и не сидеть, вот, не гонять вот эти вот мысли. Не хватает отдыха ей. Любое действие нужно делать так, как будто вот она отдыхает. Вот прям представить себе, что я могу. Вот я готовлю, например, борщ, мою посуду, убираюсь. Я это делаю, я лично, да. С таким кайфом, вот для меня любая работа, написать книгу, это отдых. Для меня уборка в доме, это медитация. Для меня там чистить плиту, это медитация. Я настолько погружаюсь и расслабляюсь вот в каждое свое действие, что... Бездействие, да, которое вот просто вот я лежу, меня напрягает больше. А вот сами действия, сама работа для меня, ну, просто кайф. Я прям сегодня плитку очищала, я кайфовала, ну, настолько мне было классно там ножом ковыряться, там поливать всякими химикатами. Я ее залила просто, и она вообще никак не оттиралась. В общем, я сегодня часа два потратила, но мне так кайфно было. Я прям наслаждалась моментом, забыла о том, что там у меня курс или еще что-то. Вот, то есть ей нужно перестать спешить. Спешить доделать вот те действия, которые она делает, а погрузиться тотально вот с кайфом, с наслаждением, расслабленно, что вот я сейчас делаю вот это действие, неважно какое, я должна максимально кайфануть, максимально должна расслабленно его сделать, максимально сконцентрироваться только на нем, вот не на каких там лишних каких-то делах. Ей это поможет, потому что наше тело на вот этот стресс, на мысли, да, оно реагирует, наше тело прям сразу показывает в теле, да, все блоки, все проблемы, запорами, там, болями, любыми сигналами. Поэтому вот ей надо перестать спешить и тотально погружаться в действие. Так. Ей нужно научиться все вещи в жизни делать спокойно. Ну так как, Дильшат, мама — это про тебя, мама — это твое отражение, она тебя учит и показывает, да, что тебе тоже нужно сделать. Также у мамы присутствует страх перед будущим, перед переменами. Она боится, что может что-то пойти не так. Даже если будет какое-то улучшение, ну вот сейчас там все плохо, я все решу, ей даже страшно, чтобы было лучше. Ей хочется находиться, чтобы ничего не менялось. Ну, то есть вот этот страх, он тоже вызывает запоры. Это также связано и с онкологией, и с заболеваниями по-женски. Когда мы боимся перемен, когда мы боимся будущего, когда мы боимся, что привычный уклад, к которому мы привыкаем, может как-то поменяться, даже в хорошую сторону. Да, это и онко, это и женские, и запоры, это как бы один источник психосоматики.
Твоей маме очень тяжело выходить из зоны комфорта. Даже в этом комфорте ни хрена не комфортно, уже давно, да, но менять очень сложно. Вот. Хотя это единственный выход в энергичности, жизненный поток выйти, это вот выйти из комфорта. Ей страшно, ну, вообще какие-то перемены. Ей страшно сделать какие-то вот прям действия, да, что повлекут брать на себя ответственность и принимать последствия от ее каких-то действий. Поэтому она эти действия не меняет. Даже если эти действия ее опускают там в рутину и в страхи, и переживания, она все равно будет за них держаться. И вот она как раз и держится, и запор ей об этом говорят. Вот. Нужно постоянно контролировать не то, как остаться на том же привычном и комфортном месте, а контролировать интерес к переменам. То есть ей нужно всегда держать в голове, что каждая перемена — это жизнь ее, это энергия, это движение, и все всегда только идет к лучшему. Стагнация она никогда не дает, когда нет перемен, каких-то позитивных моментов. Только вот все будет ухудшаться, если мы ничего не меняем. Ей это нужно будет понять и контролировать. Вот, пока она будет пытаться сохранить привычный уклад жизни, будут сохраняться в теле ненужные переработанные отходы, которые с трудом находят выход. Вот, что сулит постоянно проблемы с кишечником и приводит к запорам. Также проблемы по-женски, все об этом же. Вот, черты характера у твоей мамы по ощущениям, да, это замкнутость, упрямство, вот, всегда стоит на своем, знает, как надо, не хочет прислушиваться. Ей сложно принимать решения, если ей кто-то, как сказать, кто-то ей что-то там хорошее даже посоветует, она поймет, что да, блин, круто было бы, но я хочу решать сама, и даже знаю, что мои там решения не такие крутые, я все равно выберу свои, вот, из-за такого вот упрямства своего, можно сказать. Вот я так сказала, вот так и будет, вот всем вам покажу, как надо, да, вот, ну, я так решил. Ей вот нужно, во-первых, больше открываться, прислушиваться к людям, признавать, что ее собственные решения не всегда, ну, эффективны. Она даже это понимает, что они не всегда эффективны. Но ей хочется вот держаться именно за свое, вот, ну, за свое упрямство, даже если она понимает, что она не ведет там, куда надо. Вот, она упорно куда-то бежит. И бережет то, что нажила, там, свой опыт, какие-то, ну, и вещи, и блага, за все пытается держаться. Ей очень сложно расставаться и с мыслями, да, и с вещами, и с какими-то своими действиями. Ей сложно расстаться с ненужным. Она уже понимает, что мне это не нужно. Я все равно буду хранить там старый бабушкин сервиз, например, который там место занимает и замораживает мою энергию, крадет. Я все равно буду держать, да, вдруг пригодится. Вот она вот, ей кажется, что ей пригодится, помимо, ну, вещей, и ее мысли, и ее поступки, и ее действия. И вот все ей надо, да. Ей сложно отпускать. Так. Пока она будет пытаться сохранить привычный уклад жизни, будет сохранять в теле ненужные переработанные отходы, да, вот я уже повторюсь еще раз, которые с трудом находят выход, ее будут, ну, мучить проблемы и по-женски, и это и онкология, потому что онкология, по сути, это те накопившиеся токсины, складируемые в теле, которые она потребляла, да, с едой. И когда тело уже эти горы мусора накопило и уже складывать некуда, у нас уже начинают расти опухоли, новообразования от токсичной еды, которая не выводится из организма. Точно так же это же отражение нашего внутреннего духовного мира, когда точно так же она накапливает токсичные мысли, ненужные вещи, которые уже некуда складывать, там, допустим, да, их хранить, они не нужны. Пока она будет за это держаться, вот она также держится за, там, за то, что и внутри тела, и снаружи, и ментально. Так, она очень жесткий педант и привержена к четкости, аккуратности, правильности, держится, то есть помимо еще благ, мыслей, прошлого, хлама ненужного, как и в еде, так и во внешне, она еще придерживается правил, вот так надо, вот так надо, вот я к этому привыкла, ничего не хочу менять, вот каждый раз по-новому она не хочет пробовать и рассматривать какие-то вещи, вот, ну, ей надо переосмыслить вот это и подумать. А так ли хорошо, что вот я держусь за свои правила, за четкие вот там свои убеждения, что там, не знаю, в быту
там, где что должно стоять, четко баночки, вот в этом шкафу вот это, пускай она начнет менять свой уклад жизни, да, с мелочей, возьмет и переставит в шкафах все баночки, скляночки, посуду переместит туда, коробочки туда, что-то повыкидывает, в платяном шкафу, где вещи, перевесит вещи, чтобы они по-другому были, на других местах, пускай она начнет какие-то перемены делать внешние, да, и у нее автоматически и внутренние перемены пойдут, и она изменяться и внутри захочет. Так, я сейчас еще здесь выписала такой момент: сходить в детство, да, и вспомнить, не ругали ли ее родители в детстве, что она не дошла, например, там, до горшка, там, не попросилась пописать. Возможно, остался какой-то шаблон, что нужно все держать в себе и терпеть. И вот где-то она прям очень, это с детства идет, терпит, да, и это, ну, другой аспект, да, помимо держаться за вещи, она еще и терпит, ну и также держит в себе и мысли, держит в себе эмоции, не проявляется, а держит в себе, ну, как и вещи вокруг, да, так и все в себе держит, ну, блин, тут, я не знаю, как по-другому сказать, вот. Когда она вспомнит вот этот момент, как она боялась высказаться там в школе перед учителями, перед родителями, попроситься куда-то, да, там поднять руку, выйти в туалет, простит всех учителей, там себя, подумает, что, ну, она уже выросла, уже может не ждать, не проситься, ей уже не надо ни у кого спрашивать разрешение, вот переосмыслить этот момент, вот, потому что вот ее страх и проявляться, да, спрашивать, и страх не продержаться в чем-то, да, он проецирует вот прямо сейчас, в данный момент, до сих пор нежелание выхода в какие-то новые пространства, выхода в новую какую-то реальность, да, в движение, в жизнь, в удовольствие. Отсюда, скорее всего, и у мамы небольшой денежный поток, небольшие деньги, да, которые можно было бы копить там и тратить на все что угодно, потому что у нее вот эта вот энергия не циркулирует, она задерживает вот этот поток как и энергии, так, ну, с вещизмом, и с мыслями точно так же, с проявлением, с эмоциями. Вот, то есть она не желает расставаться со старыми мыслями, стремится всегда держать в уме прошлое, вспоминать его, там, может, фотографии смотреть или еще что-то, окунается, а вот раньше было лучше, вот, а в мое там время по-другому себя вели. То есть она вот опирается вот на вот это вот прошлое, вот, за него держится. Нужно понимать, что каждый новый миг, блин, он новый, он лучший, и он зачем-то нужен, и это опыт. Невозможно сравнивать, было лучше или хуже, потому что сейчас другое. Оно как круг-квадрат, несравнимое, нельзя вот так сравнивать. А вот тогда было лучше. Вот она часто в воспоминания лезет, да, чтобы сравнить настоящее, обхаять вот это настоящее, вот эту каждую перемену, каждую новизну свою, да, вот ей в прошлом было лучше. Ей тоже нужно расстаться с этими привычками. Онкология, это же тоже про это, запор, онкология, одна природа психосоматики, держаться за прошлое, да, и, соответственно, если мы не идем в перемены, не генерируем энергию, не заботясь там о своих желаниях, не наблюдая свои желания, у нее нежелание любить себя, то есть у нее проблемы с любовью к себе. Дальше. Значит, ей надо заинтересоваться, в общем, новыми шагами, да, новыми действиями, стараться жить непривычно, свои привычки постоянно контролировать и менять, видоизменять, менять, начать и пространство, и мысли, делать какие-то непривычные действия, пускай она там начнет зубы чистить не правой рукой, левой, попробует один день там ложку держать левой рукой, попробует не чай пить, а сок, попробует там без горячего сегодня прожить, а есть там салатики, попробовать, ну вот можно все пробовать, вот все по-новому взять, выписать, вот как я привычно живу, там список написать и по-новому начать пробовать. То есть ей надо в первую очередь выходить из комфорта. Онкология – это расстаться и быстрее очиститься от старого, так же, как и запоры. По поводу еды. Ей в первую очередь нужно отказаться от молочной продукции, любой. Это и молоко, и кефир, и сметана, и творог, и сыр. Молочка проецирует, ну, это самый первый стоп-продукт. Если вы хотите вылечить любое заболевание, какое бы ни было в теле, да, это убрать молочку нужно, потому что молочка, во-первых, очень сильно вымывает кальций из организма, который у нас не только основа там, скелета, ногти, волосы, и основа каждой клеточки, вот эта вот кристаллическая решетка. Это еще и кальций, он еще участвует в процессе торможения
участвуют в погашении реакции процессов торможения и возбуждения. Всегда вот этот 1% крови в кальций должен находиться и погашает стресс кальций. И молочка все время вот этот кальций пытается вымывать. Отсюда кальций организм понимает, что он очень важный, не хочет его выводить и откладывает его, этот кальций, в виде камней и песка во всех органах, там, на костях перестраивает, наши кости деформирует. Отсюда и артрозы, и артриты, ну и проблемы тоже. Кальций организм не хочет выводить, но он из костей вымывается постоянно, из зубов вымывается. У мамы, наверное, проблемы с зубами очень большие. Вот молочка – это вот первое, что нужно убрать. Плюс молочка, особенно сейчас она же вся химическая, она проецирует все воспаления. Все микроорганизмы, патогенные, да, они очень любят молочку. Вот, блин, чтобы убрать любые воспаления в теле и возбуждающие, ну, вот эти микробные все состояния, которые влекут за собой почти все болезни, начиная от насморка, заканчивая там какими-то тяжелыми, вот это молочка. Дальше убрать жареное ей нужно, особенно если там предпосылки конка и запоры. Вообще выкинуть масло. Если она что-то жарит, то пускай она жарит на воде. То есть же можно парить, можно делать на пару, можно в духовке там запекать, можно варить, но никогда не жарьте. Вот, чтобы ваше тело, блин, максимально здоровым долго было. Жарку просто исключите вообще из тела, ну, из жизни, и тело тоже. Масло полезно, но только сыродавленное. Покупайте масло, которое давят под прессом холодного отжима, и заправляйте им салат, и каждый день кушайте масло, очень полезно. Но только если оно не проходило термообработку, химическую обработку, как проходит обычное масло, оно уже изначально с канцерогенами, даже если вы салат ими заправляете. Вот. Но если будете на нем жарить, это вообще пипец. Наши продукты становятся ядовитыми. Плюс фрукты и овощи при термообработке, ну, от 40 градусов, они полностью разрушены, там нет витамин, да, это уже какая-то мертвая еда. Плюс овощи при термообработке долгой, да, они становятся ядовитыми. Нитраты, как кровь растений, превращаются в нитриты, в яд, который вызывает и онко, и проблемы любые тоже, кормит патогенную микрофлору, вызывая любые заболевания. Поэтому если там она кушает борщи, пускай она максимально, ну, вообще минимально варит, заливает кипятком и даже не кипятит все эти овощи, достаточно просто дать постоять там часик, и будет ей нормальный борщ. Я готовлю сыроедческий борщ, просто натираю там свеколку, морковку, что там еще, пекинскую капусту или мелко-мелко обычную, и беру блендер. Туда свеклу в блендер, морковку, болгарский перец, томаты и в блендере чуть-чуть воды и апельсины. Просто, блин, божественный борщ заливаю, и все, свежий продукт без термообработки, он, помимо того, что сохраняет все витамины, микро-макроэлементы, это еда живая, она еще и выводит все токсины из организма, с собой забирает. Когда вы едите вареную пищу, то это просто мертвая слизь, которая образует брожение в кишечнике, да, и ЖКТ наших органов пищеварения просто нарушается, да, КПД, вернее, коэффициент полезного действия просто на минимуме, и просто идет брожение, всасываемость в кишечнике вот этими пьеровыми волосками, которые забиты и слизью, и грязью, и всем, то, что мы там наели уже за сколько лет. Наши органы не получают этого питания, всасывается одна слизь вот эта вот ядовитая. Короче, ребят, с питанием надо поаккуратнее быть. Вот, хотя бы исключить жареное. Побольше фруктов, побольше овощей, побольше зелени. Фрукты, зелень у нас очень сильно сейчас нахимичено, поэтому любые фрукты, любую зелень, любые овощи замачивайте на ночь. Утром можно перекиси водорода ложечку налить. Ну, в тазике замочили, все, на полчаса оставили. А наши вот эти продукты, всю химию с водой мы слили, вытащили, ну, они становятся полезными, чистыми и так далее. Даже если химия не до конца убрана с помощью промывания и замачивания, да, все равно живая еда, она забирает с собой все токсины, она вывозит из организма, прям включает естественную природную чистку. Поэтому ей очень много нужно есть свежего, и фруктов, и овощей, исключить там чай, кофе, заваривать чаи различные, из трав. Трав сейчас, ну, просто очень много, которые почистят и кровь, и лимфу, и кишечник, и любые органы, чтобы все у нас хорошо работало, пускай она побольше травок пьет. Что еще про еду бы я добавила? Ну вот, жарку, минимум термообработки, ну и убрать молочку. Если она уберет сахар,
Но все, она станет прям здоровой. Синтетический этот сахар, который ничего общего не имеет с сахаром, который у нас во фруктах с вами. И дрожжи. Дрожжи тоже. Биологическое единоружие, я по-другому не могу сказать. То есть взять, убрать хлеб. Пускай возьмет домой хлебопечку, купит лен. Нет, из льна лучше не печь термообработку. Пускай купит хлебопечку, купит амарант, купит чио, киноа и много-много любой там пшеницы, рожь, зерна, кофемолку, смолола, тесто замесила, не надо туда никаких яиц и сахара, и печет нормальный хлеб. Просто из зеленой гречки можно хлеб печь. Зеленую гречку замочили, сблендерили, в духовку отправили, будет офигенный хлеб. Очень много рецептов у меня в группе по сыроедению, где можно просто, блин, сразу начинать свое тело избавлять от любых болезней, чистить, лисички, кору осины попить, лисички, порошок поесть, грибов, чтобы все очистить. Кору граната можно заваривать, избавляет от грибов в теле. Очень много полезных, ну, рецептов я бы порекомендовала найти у меня в группе. Очень полезно, если она будет утром есть кашу. Блин, на выздоровление пойдет просто на ура. Покупайте зеленую гречку, на ночь замочили, буквально горсточку, да, утром в блендер. Ну, промыли, утром в блендер, она такая еще со слизью будет. Вы туда можете любые фрукты, либо овощи, я люблю с фруктами. И эта каша, завтрак, самое лучшее вообще, что можно придумать. Во-первых, это живая еда, все микро-макроэлементы. Зеленая гречка выигрывает из всех злаков и вообще любой пищи по составу, там вся таблица Менделеева, всех минералов, всех полезностей. Что, вот все, что нужно, есть в зеленой гречке. Если, естественно, ее не варить надо, да, просто замачиваем и кушаем в блендере, сделав из нее кашу. Семена льна очень полезна. Расторопшу купили в кофемолке, сделали муку, ложечку туда в кашу можно добавить, очень хорошо чистит тоже и кровь, и кишечник, и лимфу, и желчные, и почки, и все, что хотите. Так, то есть по поводу еды вы должны понять, да, что вы едите, то есть пускай питание посмотрит, и психосоматику. Не буду уже повторять, что там с психосоматикой. Любовь к себе, в первую очередь, это следить за своими желаниями, да. Не идти наперекор своим желаниям, вот добавлю еще. Любовь к себе, онкология – это не любовь к себе. Это когда ты себя не слышишь, ты не хочешь жить по своим желаниям, ты не выбираешь себя, не ставишь себя на первое место. Сначала другим, потом себе. Вот. Вот маме надо это поменять. То есть сначала я, по-женски это тоже, сначала я, да, а потом другие. Даже это если ребенок, муж, мама. Нет, сначала вы помогаете себе, а потом, когда вы наполнены, когда у вас есть любовь к себе, вы ей можете делиться. Когда вы опустошены, вам поделиться нечем. Вы не можете помочь другим, вот, потому что нечем. Беспокоиться, там, сама в трусах сижу, там, и вся бедная, несчастная в депрессии, беспокоюсь там за других, я ничем не могу им помочь. Но если бы я была здоровая, счастливая, радостная, да, у меня есть энергия помочь другим людям. Вот ей надо сначала помогать себе, да, сначала свои желания. Вот, не вестись наперекор другим и не терпеть, если она что-то хочет кому-то сказать. Выражать свои эмоции открыто, потому что ее замкнутость ведет, да, к запорам и к онкологии. В общем, желаю маме здоровья. Ильшат, это все и про тебя, потому что все сигналы, которые мама транслирую для тебя, это тебе. Вот, чтобы ты заранее профилактические меры со своей жизнью тоже провела и пересмотрела. И питание, и отношение к жизни, отношение к себе, к любви к себе. Да? За что ты держишься, какие ты мысли гоняешь, что ты там в прошлом постоянно гоняешь. Не стесняться делать то, что ты хочешь, лучше потом извинись, но сделай, да, так как ты хотела. Ставь себя на первое место. И ты, и мама, и вообще все, кто смотрит этот эфир, для всех. Все, целую вас, обнимаю. Очень рада, когда вы задаете мне вопросы. То есть видео-вопрос, видео-ответ за донат я делаю. Так что задавайте вопросы, буду отвечать, подсказывать, помогать. Целую, обнимаю. Если вы смотрите это видео на YouTube, хочу сейчас его загрузить, то подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не забывать видеть, да, когда выходят новые серии, не пропускать. Все, целую, обнимаю, пока-пока.